Да, ваша милость. Не хватает рекрутов, сэр. Чем мы можем помочь? Солидное расстояние. Чего изволите? Работа стоит, мой лорд. Здесь кипит работа, милорд. Работа стоит, мой лорд. Здесь кипит работа, милорд. Работа стоит, мой лорд. Не хватает рекрутов, сэр. В деревнях говорят, что видели отряд кабана в этих краях. Не хватает рекрутов, сэр. Да, босс! Вам понадобилась сила? Что? Столько идти? Да, ваша милость. Строим осадное орудие. Надо что-то построить. Строим осадное орудие. Что надо делать? Строим осадное орудие. Инструменты... Нас атакуют войска кабана! Строим осадное орудие. Давайте задание. Чем мы можем помочь? Подбираем обслугу. Да, ваша милость. Подбираем обслугу. Надо что-то построить. Подбираем обслугу. Что надо делать? Инструменты готовы. Давайте задание. Подбираем обслугу. Чем мы можем помочь? Здесь нужны опытные инженеры, сэр. Да, ваша милость. Подбираем обслугу. Катапульта готова, милорд. Катим катапульту. Катим катапульту. Катим катапульту. Катим катапульту. Готовься. Надо что-то построить. Что надо делать? Строим осадное орудие. Инструменты готовы. Невозможно. Давайте задание. Здесь нужны... Послание от змеи. Слышишь? Это близится твоя смерть. Готовься. Это пушка готова, милорд. Катим катапульту. Да, ваша милость. Строим осадное орудие. Надо что-то построить. Что надо делать? Пульта готова, милорд. Готов. Инструменты готовы. Подбираем обслуживание. Катапульта готова, милорд. Катим катапульту. Катапульта готова, милорд. Готовься. Катапульта готова, милорд. Готовься. Готовься.
Надеюсь, они любят говядину. Готовься! Ну и вонь. Мудро ли это? В деревнях говорят, что видели отряд кабана в этих краях. Запускай ее! Готовься! Вот вам, буренка! Готовь тушу! Готовься! Нас атакуют войска кабана! Нужен камень. Нужен камень. Катапульта готова, милорд. Мы постараемся. Готовься. Нужен камень. Катапульта готова, милорд. Готовься. Катапульта готова, милорд. Чего изволь? Они даже не поймут, что это было. Вам понадобилась сила? Ждем ваших приказов. Прыгай! Мы выдвигаемся. Мы выдвигаемся. Что? Мы идем. Это ненадолго. Послание от змеи. Пощади меня. Я всегда хотел стать твоим союзником. Поверь мне. Послание от змеи. Ладно. Кажется, мне просто стоит... Не успел окровавленный труп змеи пасть у ваших ног, как вы собираете своих людей и спешно отступаете, чтобы избежать пасти волка. И вот кабан обращается к населению только что захваченного им графства. Эти земли теперь мои, и вы будете делать то, что я захочу. А начнем мы с налогов.
Мы вместе с королем сегодня же отплываем и рассчитываем вскоре вернуться домой. Ваши непрерывные атаки служат неплохим отвлекающим фактором. Мы же постараемся прибыть вам на помощь как можно скорее. Волк следует за вами по пятам, и вы решаете разъединить ваших врагов, заняв одно из кабаньих графств. Кабан известен тем, что привык задействовать многочисленные войска и не терпит поражений. Вас явно превосходят в силе, поэтому вам остается лишь умело использовать рельеф местности. Разведчики докладывают, что чуть дальше в горном ущелье расположен форт. Если вам удастся закрепиться там с гарнизоном, кабану, возможно, придется брать форт штурмом. Наши таинственные друзья прислали новые чертежи, на этот раз мощной башенной баллисты. Против осадных орудий кабана она будет незаменима. Ждем ваших приказов. Не хватает оружия, сэр. Ждем ваших приказов. Долгая дорога. А? Есть ваша светлость. Вперед! Лучники готовы. Долгая дорога. Вам понадобилась сила? Послание от кабана. Я пришел убить тебя. Работа стоит, мой лорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. Нас атакуют войска кабана! Баллиста готова. Заряжай. Заряжай. Мы постараемся. Мой лук к вашему луку. Целься! Милорд, целься точнее. Фу.
Готовься! Какие будут указания? Отлично готово. Мудро ли это? Наш золотой запас стабилен. Запасы провизии убывают, мой лорд. Нужно золото. Люди любят вас, мой лорд. Работа стоит, мой лорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. Нет свободных людей для этой работы. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Нужно дерево. Нет свободных людей для этой работы. Нужно дерево. Запасы провизии убывают, мой лорд. Народ весьма почитает вас. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Доброе утро, ваша светлость.
нужно золото. Нужно дерево. Доброе утро, ваша светлость. Доброе утро, ваша светлость. Ваша светлость. Что? Шевелитесь, собаки! Давай, давай! Ждем ваших приказов. Да? Можете рассчитывать на нас. Да, бо! Не хватает оружия, сэр. Да, бо! Что? Столько идти? Люди восхищаются вами, сэр. Ждем ваших Не приказов. Не хватает оружия, сэр. Лучники готовы. Долгая дорога. Послание от кабана. Ты корм для свиней. И мои воины переломают тебе все кости. Разведчики докладывают, что к нам движется армия кабана. Доброе утро, ваша светлость. Нас атакуют войска кабана! Мой лук к вашим услугам. Oh!
Амбар сунул его. Милорд? Да, вот. Да. А? Столько идти. И будут указания. Не готовить стрелы. Целься. Целься точнее. Готовься. Баллиста готова. Пошли вас. Крепко держал. Мы пехота. Амбар полон, милорд. Запасы провизии убывают, мой лорд. Много еды — это здорово. Люди восхищаются вами, сэр. В казну поступает золото, сэр. Чего изволите? Помешал мне? Ты заплатишь за это! Заплатишь! Победа! Вы в тупике. Атака кабана отбита, и его графство захвачено. Но волк по-прежнему наступает вам на пятки и занял графство, ранее принадлежавшее змее.